Здравствуйте! Здравствуйте, ребята! И мы будем здесь выживать в вот этом мире. Смотрите, в вот этом мире. Я здесь спавнился, я здесь уже, смотри, сколько динамитов я сделал. Ой, жалко бы динамит. И мы здесь выживать будем сегодня. Я уже начинаю вот выживать. В вот таком мире пройти Майнкрафт надо. Представляете, пройти Майн. Этим... О, смотрите, новые блоки появились. Мель. Что это? Зеленый цемент. Что-то первый раз это вижу. Ну да, ну, сколько раз играл Майн. О, здесь даже паутина есть. Не повезло. Ну, в общем, я лучше упаду в эту сюда. Так. А как вылезти? Так, ну я спавню сразу. Значит, куда мы пойдем? Вот здесь. Для чего нужно? А, вот там рамка портала есть. Где она? Да не еще добираться? Погоди-ка, здесь эндермены есть. Опять посмотрите. Прикол. Блин, ну я не разбиваюсь. Я сейчас разбьюсь. Ой. Так, ну вот. Ой, я что на шифте сижу? Вот туда надо добраться. Вот далеко-далеко. Что там есть? Вот здесь алмазы. Я ни одного алмаза не... Только сказал алмазы. Вот они, алмазы. Пошли. Я сейчас проиграю. Знаете, злые ли люди... Ну, пока алмазы. Это очень трудно проходить, я вам говорю. Кто не проходил, тот... Блин, он... смотрите, алмазы это очень трудно. Я же здесь так долго проходил не один раз, а теперь... Кажется, вот к алмазам точно алмазы не хотят меня видеть. Если я сейчас упаду, я знаете, что будет сейчас? Алмазы. Да, yes. Так куда мне еще идти? Где здесь еще алмазы? Найти нужно алмазы. Сегодня челленджи. Или как там, в каком-то челлендже. Супаду. Лошадь. В Майнкрафте. Ну, мы сейчас будем идти вот далеко к алмазам. Это паркур. Я уже учусь паркуры делать. Я умею... Вот поставьте, кто хочет, чтобы я как прохожу паркур? Не видели это? Вот я засмотрелся из-за коров. И я про... Ну ладно, куда мы еще пойдем? Вот дерево нам нужно. Что у нас в инвентаре есть? Мы можем скрафтить меч. А зачем нам нужен меч? Надо стихвики... Ой. Я ничего не говорил. Гений смешной. Ух! Смотрите, сейчас я... Знаете, что сделаю сейчас? Уходи. Смотри, сундук. Я создаю. Сундук создаю. Только что с монтажами нельзя сделать. А у меня же карта памяти есть. О, классно. Смотрите, я сейчас туда все положу. Вот, дерево. 53! Как? Откуда? 53 динамита. Дракона будем взрывать. Только не знаю, когда. Может, даже вторая часть будет, потому что... А где здесь рамка портала, реально? Хочу... Так. Блин, я опять упал. А где здесь портал? Я здесь его видел, когда я падаю. Давай идти. Вот пока я буду так идти, знаете что? Рамку портала его не просто заполучить. Смотрите, вот так. Вы. А что, здесь лава есть? Здесь же стебло. А почему здесь один камень? Ну, это другая версия вообще-то. Это на другой версии. Хмель странно.
Не спавнится. Откуда динамит? Откуда динамит? Я сказал, откуда динамит, и я упал. Смотрите. О, это моя дорожка, я делаю ее. А к алмазам? Такой быстрый проход. Так, а мы жителям будем торговаться? Я могу с точечного режима зайти, но... Точечный режим... Как? Запись выключилась. Или нет? А, я слепой, блин. Я не видел вот это. Как? Кажется, за телефон. Так. Как я эту не видел аватарку? Как? Кажется, за телефоном долго сижу. Или в школе пере... О, там сундук. А там ресы есть. Они... Больше нету ресов. Все, за... Йо. Так. На улице ночуем? Или нет? Или вторую часть делать, ха? Вторая часть будет. Точно, я вам говорю. Я хочу рамку портала глянуть. Я вот мечтаю вам показать. Я вот не могу выжить, и уже все есть у меня. У меня одного алмазика. Ух ты, там алмазик есть. Нет, нету. А что так много лавы? Эх, ты ж ёшки-матрёшки. Ну, я буду копаться под себя, но это такое число. Даже вода есть. Надо захилиться. Вот эти... Ой, я чуть не упал. Пауки спавнятся. Все-таки. Ну, сейчас ночь. Блин, надо... Сколько нам еще копать? Здесь рамка портала есть. Где она? Где же она?